В Минске стартовал чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет. В белорусскую столицу прибыло более 300 участников из 32 стран. В стартовый день ребята разыграли два комплекта медалей. В рапире титул достался Александру Шупеничу из Чехии. Лучший из белорусов Владислав Лагунов занял 18 место. У девушек в сабле золото выиграла россиянка Анна Башта. Наша Анна Иванищенко 8-я. Молодые мушкетеры со всей Европы прибыли в белорусскую столицу, дабы определить сильнейших на фехтовальной дорожке во всех видах оружия. В стартовый день континентального форума ребята демонстрировали профи-класс в рапире. В заявочном протоколе было 56 фамилий, причем четверо белорусов. В квалификации борьба шла до 5 уколов, а после – олимпийская программа. Современное фехтование прошло достаточно большой эволюционный путь, и сегодня это уже не просто поединок. Высокодинамичный, очень большой скорости, и, конечно, оно стало интереснее. Это мое мнение, потому что, убрав скрестный шаг, ну, оно, может быть, решилось немножко зрелищности, но появилось новое количество приемов, то есть увеличилась конкуренция. Представительницы прекрасного пола взяли в руки сабли, что до 1998 года было немыслимо. Сегодня девушки орудуют холодным оружием весьма искусно. Белорусские вступили в борьбу в 2010-м. За 7 лет им удалось сколотить даже команду. Девочки уже который год подряд подтверждают свой высокий уровень. В прошлом году у нас была бронза на таком же чемпионате Европы среди молодежи в Болгарии. Этот же состав девочек представлен в этом году. Они, конечно, уже набрались еще больше опыта. Они провели хорошую подготовительную работу. И, конечно же, для них ставятся высокие задачи. Завтра мужчины разыграют комплекты наград в шпаге, а женщины в рапире. На выходных в борьбу вступят команды. Нашим ребятам значительно проще будет побеждать под громкие аплодисменты болельщиков. Ведь в столичном дворце спорта достаточно зрительских мест для всех.